мне нравится этот спорт. Нравится чувство победы, нравится, как обычно, как для всех. Интерес мой к спорту проявился еще в 7 лет. Поначалу это был бокс, карате, настольный теннис, футбол, баскетбол, тэквондо. То есть это все продолжалось до 15 лет. В 15 лет мне очень заинтересовало железо. Я начал качаться. Первый спортзал мой был в районе Юбилейной, в подвале. Потом мне исполнилось 18 лет, я пошел в армию. Там занимался так не очень сильно, как хотелось. После того, как я демобилизовался, я пришел, то спортзал уже закрылся. Он закрылся, и на мясокомбинате был еще один спортзал, тоже в подвале. И я там как бы продолжал заниматься до... где-то еще шатался, наверное, полгодика. После этого я уехал в Москву. После этого в Москве устроился на заводе. На заводе был спортзал, в нем я занимался бесплатно и выступал. Они в году устраивали соревнования через интервалом 2-3 месяца. Там такие виды спорта были, как армрестлинг, там я и познакомился с этим спортом поближе. Там такие виды спорта были, как бег на разные дистанции, гири, были перетягивание каната, толкание ядра. И вот я бы там периодически выступал на протяжении 3 лет. После этого завод закрылся в связи с кризисом в 2009 году, и я приехал домой. Я приехал домой и дома уже начал, взялся опять за старую школу, то есть взял, заварил, как вот видите, вот то, что сейчас я имею, все это заварил, все это приготовил. Некоторые вещи принес в Москву, штанги, гантели, и начал серьезно вплотную заниматься армрестлингом. Я взял все необходимое. Все необходимое, основное, то есть штанга, гантели, и тренажерчик вот такой многофункциональный, я его переделал немножко, он был для других групп мышц, я его порезал, где надо доварил, добавил, необходимые ручки сделал, и вот как-то пристраиваюсь потихоньку. В чадрелунге, где-то около человек 15, вот есть подростки 17, 18 лет, 16, мой узкий круг друзей, которые моего возраста, и младшие, и старшие, тоже там человек 5-6, которые хотят заниматься, но... Во-первых, они как бы занимались у меня и периодически, иногда. Мы там в пятой школе тоже организовали там кое-что, там тоже занимаются, но там, как известно, с отоплением туго, там зимой там заниматься никто не будет. И выходит так, что на зиму люди не то что армрестлингом заниматься не будут, они не будут ничем заниматься, даже той же штангой, той же качалкой. То есть вот так, если дома кто это оборудовал, типа вот как я, вот так вот только дома и занимается. Октября 2010 года первый чемпионат Гагаузии, там стал первым в абсолютной категории. Даже если мы пригласили бы кого-то с Молдовы, никто бы не приехал. Почему? Ну потому что никто не занимается, никому это не интересно. Тем более в Молдове как бы меня уже во всех городках узнали. То есть я был в Дроке, я был в Приднестровье, я был в Кишиневе год. То есть как бы там со всеми, которые там были сильные, я со всеми брался и всех выиграл в легкую. То есть все как бы меня узнали. И нет смысла им приезжать, как бы. У нас народ такой, приехать хотят, все хотят быть первыми, знаете? Даже вот здесь есть много ребят, которые не выступили, более-менее крепкие так. И если был бы в каждом районе, если был бы клуб, организовывались бы турниры, если бы люди занимались бы, другое дело, а так никого ничего нету и никто не приезжает. То есть, а до этого же года, 10-го летом, в июне я просто вытащил свой стол, сам организовал своими усилиями, без какой-либо помощи, просто вытащил этот столик, сам не выступал, потому что я судил, писал, вел список. И вот там познакомился с Сергеем, Сергей Чубан, с соседнего села Валипержи. Он, как было потом известно, он занимается уже больше армрестлингом, чем я, и он имел на тот момент друга, его зовут Руслан Балаюш. Он уже 8 лет как живет в Румынии, имеет румынский паспорт, занимается вплотную армрестлингом, будем говорить профессионал, 8-кратный чемпион Румынии, призер Европы. И мы с ним познакомились, и он нам подсказал более-менее правильное упражнение, как нужно спарринговаться и так далее. И к первому чемпионату уже официальному Гагаузии в октябре, как я и говорил, мы уже его пригласили, он нас судил, и получилось все замечательно.
То есть и после этого я также продолжал заниматься усиленно, также уже как бы зная, опираясь на то, что этот человек, Руслан Балыш, мне помог. И готовился на чемпионаты, а именно вот надеялся, и как оказалось, это не зря. Я нашел по интернету человека, его зовут Игорь Мазуренко, он президент Европейского армрестлинга. Он мне помог участвовать на самом престижном турнире в мире, Немиров World Cup, Кубок мира среди профессионалов называется. В нем я принял первое участие, это был самый серьезный турнир, где я попал туда в октябре этого года, 2011-го. То есть там на правую руку я занял 16 место среди 24 человек, и на левую я занял 11 место среди 17. То есть этот показатель очень хороший, я так думаю, и не только я. Как бы занимаясь всего лишь год и занять такое место престижное на самом серьезном турнире, то есть это очень даже хорошо. Учитывая то, что там участвовали ребята, они имеют за спиной 10-кратный, 15-кратный чемпион мира по армрестлингу, и занимается по 10, по 15 лет, то есть среди них нормально, я думаю. Единственный минус то, что вот у меня не было соперника вообще на протяжении этого времени, сколько я занимаюсь этим спортом, не было соперников, потому что единственный, кто знает более-менее, как заниматься, это я один. Интереса как таковой молодежи вообще нету. А То почему есть, нету, ты считаешь, почему нету у нас в регионе интереса к этому виду спорта? ну потому что не создают условия, не создают условия, это самый главный вопрос. Это не все такие люди, допустим, как я, или, допустим, есть на пальцах посчитать в городе, которые по своему собственному желанию занимаются, несмотря ни на что, есть условия, нет условий. То есть они сами собирают все необходимое железо и занимаются. А в основном молодежь нужно направлять. В данный момент молодежь очень много уделяет внимания всему разному, каждый день выходит все новое. И надо на молодежь направлять, то есть надо развивать спорт, нужно помогать. В данном случае это касается наших властей. В данный момент вообще я расстроился, когда я вот приехал с Москвы, я хотел тоже как-то начать, но на что опираться, некому вообще заниматься, никто не хочет. То есть узкий круг моих друзей, только я их заинтересовал и с ними занимаюсь. Плохо вот то, что я не могу развивать себя в плане вот, чтобы были люди больше знали про армрестлинг, чтобы они советовали мне, как правильно, потому что тупо заниматься это плохо. Как бы, ну, ты привыкаешь к плохим упражнениям, к неправильным упражнениям, и потом это сказывается на соревнованиях. Нет этого спорта в нашей стране, в Молдавии, официально, его нету. То есть я должен, если я, допустим, поеду на чемпионат мира или Европы, я поеду за свои средства, мне никто это не выделит деньги. На данный момент я на Немиров поехал, очень хотел высветиться, потому что нет этого спорта. Я вынужден был одолжить $500, и наша примария, спасибо за это, выделила 5000 лей мне. Как бы я вот так вот собрал и поехал сам один. Там категория была плюс 95 на Немирове, то есть там были все ребята довольно-таки крупные, такие как я, были там пару человек, остальные все 130, 140, 150 килограмм, и ты знаешь, что там все чемпионы многократные, то есть я видел их только по интернету, и тут вдруг они рядом с тобой и борются с тобой, как бы по-любому немножко есть такая суетливость, переживание. Ну, смирился с этим, нормально все прошел, успешно, мне понравилось. Даже удалось выиграть несколько соперников, которые раньше тоже были, то есть и в данный момент они тоже являются чемпионами своих стран, были чемпионы Европы. Вообще там парни многие удивились, честно говоря, потому что никто, армрестлинг уже, будем говорить, с 2000-х, с 95-го года уже хорошо распространен в странах СНГ. То есть единственное, вот в странах СНГ, единственное, в Молдове его нету. И, соответственно, никто не выступал, никто не выезжал, и никто об этом не знает, что вообще молдаване есть в армрестлинге. И тут как бы объявляют с Молдовы, там, что-то, чемпион. К тому же, ладно, если бы я выступал бы, допустим, на чемпионатах Европы и мира, я где-то бы там высветился, даже и не первый, не третий, пускай бы даже десятый, но меня знали и видели. Тут меня нету, я сразу, короче, на Немиров переступил. Как бы все удивились, потому что на Немиров, там и в каждой стране разрешается не больше 4 человек. В каждой категории с каждой стороны не более 4 человек. То есть единственный, который вот мастера международного класса,
То есть у них за спинами, за плечами у них там неоднократные чемпионы мира. А тут хоп, я высветился, и там ребят даже удивились, смотрят так на меня. Это откуда парнишка с Молдавии, что он на русском разговаривает? Знаешь, такие смотрят, подходили, спрашивали, интересовались. Они, наверное, даже никто не знает, что я ее представил, ту же Молдову. Я же не скажу Гагаузию, Гагаузию там толком никто не знает. Там Молдову же как-то знаешь, есть республика такая. И... Скажу одно, как бы не буду себя хвалить, если бы люди занимались бы этим спортом, может быть и была бы конкуренция, но практически никто не занимается этим спортом. Есть там как бы в отдельных районах ребята просто качаются крепкие, и как бы они, но это не конкуренция, это качалка, а армрестлинг это совсем другое. То есть вот так. Хочу выступить на чемпионате Европы. Он будет в мае, либо в конце мая, либо в начале июня будет в Польше проводиться, в Гдыне, север Польши. То есть меня уже пригласили, как я говорил. Я хочу поехать туда, но с деньгами немножко туговато. То есть если не получится, если меня слишком вот так вот догонит желание, я, наверное, также поеду на свои средства, как я поехал на Немир. То есть если я очень захочу. Но если нет, то не поеду, не знаю, что буду делать. Я не могу выступить за чужую страну, потому что я не являюсь их гражданином. То есть перед соревнованиями там есть регистрация со своими паспортами. То есть там как бы никак, там по-любому придется. То есть каждая страна приходит туда, у нее есть свой президент федерации, есть врач, есть тренер. И они опираются на это. То есть они как бы, у них все официально, все на бумагах, они ничего не напрягаются. Я когда приехал, мне так было тяжело визу это, открыть польскую, потому что у меня до этого были пару румынских отказов. Я хотел сделать румынское гражданство, чтобы поехать и как-то. Я вообще хотел изначально в Румынии там пробиться потихонечку. Выступить там, выиграть там и оттуда уже идти дальше. Посол спрашивал, ты напиши этот объяснительную с федерацией, что ты делаешь, визу себе, одно, другое. То есть я говорю, нет федерации. Он говорит, как это нет? Я говорю, вот так вот нет федерации, я один, меня пригласили лично. И для него это было странно, говорит, как это так, нет федерации. Я говорю, вот так вот. И вот они тяжело, как-никак открыли мне. А в других странах нет такой проблемы. Там человек, ибо от него что стоит, это сесть, поехать, приехать, выиграть и приехать. То есть поехать и выиграть и приехать. А я должен бегать сам, искать деньги, раз, открывать визу, два, ехать, тратить за свой счет отель, еду, все. То есть немножко накладно. Только желание правит этим, больше ничего. Не было бы желания, наверное, давно бросил. Отец меня всегда поддерживает, он всегда видел во мне, как бы видит во мне, ну, будем говорить так, ну, не чемпион, но хотя бы там в призовую тройку, что я вхожу там в чемпионате мира, в чемпионате Европы, он очень хочет это видеть, он всегда говорит, занимайся. Даже вот когда вот комнатку я взял себе здесь, то есть он был вообще не против, ну, мама немножко была против, там, но это ничего, но вообще в целом положительно. Ну, спорт, кто против спорта пойдет? Что лучше идти вон там и заниматься ничем, допустим, там, бухать или что-нибудь там. Сам понимаешь. Они, наверное, даже никто не знает, что я ее представил, ту же Молдову.